Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про пилы для мяса. Купить эти пилы для мяса вы можете в нашем интернет-магазине. Сейчас небольшой краткий обзор и небольшой краткий, так сказать, ввод. В нашей стране принято использовать топор для мяса. Соответственно, когда вы рубите топором, если вы рубите кости, ребра там и так далее, трубчатые кости, то всегда будут осколки. Плюс у топора для костей должна быть специальная заточка. Она должна быть такая тупая заточка, чтобы при рубке костей лезвие топора, режущая кромка, не крошилось. Вот. В этой ситуации помогают справиться с задачей рубка костей и мяса, замороженного мяса, именно пилы. Например, в США, в Канаде не используются топоры для разделки. Вот профессиональные мясники вообще не используют топоров для разделки мяса. У них их просто нет. Они пользуются... Основной инструмент – это пила и обвалочный нож. Нож для мяса. Все. И любую тушу они разделывают с помощью пилы и ножа, грубо говоря. Кто-то может найти в просторах интернета и ютуба такого товарища мясника, из русского мясника из Канады, который уехал жить в Канаду. Он написал книгу, ник у него Батчер, очень простой мясник. Вот, приходил он к Пучкову на канал, так что можете посмотреть. И там человек расскажет, как он разделывает тушу, именно вот живя в США и Канаде. Так, вернемся к нашим пилам. В нашем магазине представлена, в данном случае, пила вот профессионал. Здесь лучок из черной стали, покрытый белой краской. Также есть пилы чуть подороже, это из нержавейки. Я расскажу о них в другом видео. Вот. Самая маленькая пила — это 35 сантиметров. Сейчас представлено то, что я сейчас держу в руках, специальной системой Quick Fix для быстрой смены полотна. Точно такие же есть пилы без системы Quick Fix, стандартная пила. То есть 35 сантиметров есть и без Quick Fix. Дальше идут пилы 40-45 сантиметров. Вот. Соответственно, небольшими пилами вы можете в домашнем хозяйстве, там, в фермерском хозяйстве разделывать там курицу, замороженную курицу, гусей, там, уток там, и так далее. Также у нас вот брали, например, разделывать, пилить на стейке мороженую рыбу. 50 сантиметров, самый ходовой размер у нас в магазине — 50 сантиметров пила. То есть это такой оптимальный размер, она небольшая, не маленькая. Ну и для профессионалов пилы 60 сантиметров длинные, да, то есть вы можете пилить ими трубчатые кости, вы можете ими пилить ребра, разделывать поперек, да. Здесь специальное полотно сделано из пищевой нержавеющей стали, специальный зуб, которая именно для костей. Это не просто пила для дерева, да, там, например, ножовка. Кто-то использует, я видел в интернете, на просторах YouTube, используют именно обычные сабельные пилы, берут мелкий зуб и распиливают кости. В данном случае этот зуб специально адаптирован именно для резки костей. В нашем магазине вы можете купить запасные полотна. Лучок здесь 6 мм толщиной, он практически вечный. То есть топор, вот, например, топор нужно точить постоянно, да, следить за ним, за топорищем, которое постоянно рассыхается. Здесь таких проблем нет. Здесь ничего не рассыхается. Вы взяли пилу, помыли. Если лучок затупился, не лучок, а полотно само затупилось, вы просто взяли, поменяли, и все. То есть эта пила вечная. Один раз купили на всю жизнь, грубо говоря. Ручка здесь
хороший толстый пластик. То есть это практически пила вечная, она не выходит из строя. Натягивается все очень просто с помощью такого барашка. Барашки эти, как запасные детали, продаются тоже у нас в магазине, всегда можете приобрести. Возим мы пилу уже несколько лет, то есть постоянно у нас есть и полотна, и запчасти, вот эти барашки. При большом желании можно и заменить ручку, если вдруг такая необходимость возникла. Так что, если вы хотите купить пилу для мяса и костей, покупайте ее в нашем интернет-магазине kado.ru. И что пару слов о том, что очень хорошая демократичная цена вот именно на эти пилы профессионал, который с белым вот крашеным лучком. То есть эта цена намного, намного ниже рынка. То есть дешевле вы практически не найдете. Сейчас представлены пилы итальянские, английские на рынке российском, на нашем, и корейские. Но цена в нашем магазине, она намного лучше, чем в других магазинах. Так что покупайте лучше, а про остальное забудьте.